Добрый вечер. В эфире итоговый выпуск «Вести Карачаево-Черкесия». Сегодня в выпуске. Спасателям республики удалось спасти туристов, но огонь до сих пор не отступил. С лесным возгоранием в Ганачирском ущелье борются уже вторые сутки. Вынашивал намерение совершить теракт в отношении сотрудников правоохранительных органов, но сотрудники ФСБ не дали притворить его план и задержали. В Аулепсыш несколько домов уходят под землю из-за оползня. Высохший грунт образует огромные трещины, и часть круче обвалилась. Жители бьют тревогу. Подвели итоги грантового конкурса «Росмолодежи». В Карачаево-Черкесии завершился форум «Махар-2024». Уже второй день продолжается тушение лесного пожара в окрестностях Домбая. Как все начиналось и какова ситуация на данный момент, расскажет Майя Хамдохова. Столб пепла в горах Ганачирского ущелья. Накануне даже находящиеся там туристы приняли за красивое облако и остались на курорте. Вечером наблюдали над горой, думали облако, но это, скорее всего, был дым. А полседьмого утра я встала, и уже было очень... Запах сильной гари. Я еще думаю, кто же так рано жгет костер? А это оказалось, что где-то горит лес. Возгорание быстро распространилось по сухой и ветхой растительности, а послеобеденный сильный ветер усилил огонь, делая его почти неуправляемым. Очаги возгорания пока что не удается полностью потушить. Мы находимся на территории Тибердинского заповедника, вблизи озера Каракель, где с минуты на минуту прибудет авиация, которая произведет забор воды для дальнейшей ликвидации последствий лесного пожара. Вертолет помогает выявлять новые очаги возгорания в труднодоступных местах с воздуха. Применение авиации сегодня не представляется возможным из-за ухудшения погодных условий. Вертолет планируется задействовать для тушения лесного пожара завтра ранним утром. Обстановка находится на контроле. На месте продолжает работу надземная группировка сил и средств от единой государственной системы предупреждения ликвидации ЧС республики. В количестве 219 человек, 54 единицы техники, от МЧС России 108 человек, 20 единиц техники. Спасателям Карачаево-Черкесии накануне удалось эвакуировать все 236 туристов, включая 43 ребенка. Сегодня утром они разъехались по домам и на свои стационарные базы отдыха. Пострадавших среди них нет. Работы по тушению пожара продолжаются. Полицейские обеспечивают общественный порядок. Возгорание тушится специалистами совместно с добровольцами. То есть прикладываются все силы, все усилия для того, чтобы потушить то есть очаги возгорания. Данная ситуация под личным контролем главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова. В круглосуточном режиме работает республиканский штаб по чрезвычайным ситуациям, куда входят члены правительства, сотрудники МЧС, правоохранительных органов и других взаимодействующих структур. Майя Хамдохова, Ренат Мука, «Вести Карачаево-Черкесия», Ганачхирское ущелье. Сотрудники ФСБ России задержали на территории Карачаево-Черкесии гражданина России, который по заданию одной из запрещенных в нашей стране украинских террористических группировок вынашивал намерение по совершению теракта в отношении сотрудников правоохранительных органов. У задержанного обнаружены компоненты самодельного взрывного устройства и средства коммуникации. Возбуждено уголовное дело. Черкесским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Расследование продолжается. Опасность нависла над жителями аула Псыш. Оползни и обвалы земли угрожают нескольким жилым домам. Уже пострадало имущество, хозпостройки и домашний скот. В зоне бедствия сегодня побывала Альбина Ламкова. Надеясь только на удачу, можно сделать шаг в этом месте. Обвал земли продолжается. Она уходит буквально из-под ног. Мы отойдем немного, чтобы, не дай бог, не случилось несчастье. От обвала пострадало 4 участка. Ранее берегоукрепительные работы проводились только с правой стороны. Левую часть оставили без внимания, говорят пострадавшие. У нас катастрофа была. Мы были все в шоке. Не знали, куда детей девать. Все плачут, все орут. Где нам жить? Зима на носу. Помогите нам. Действительно, скоро холод. Необходимо собственное, а главное – безопасное жилье, говорит Аруджан Муталибовна. В доме 4 маленьких детей, ее внуки. И им, конечно, нужны условия проживания.
Я, ну, боюсь за будущее моих детей и свое будущее, родители. Нам сразу сказали эвакуироваться. День, два, три мы побудем, но дальше пребывание у родственников мы не можем идти, нам некуда. Люди строили дома, вели хозяйство на протяжении долгих лет. И в буквальном смысле они оказались на краю обрыва. В одночасье потеряли уже часть имущества. Есть вероятность лишиться и остального. Это сложно принять, говорит Арсен Кинжикулов. Обывали, сообщили соседи. Приехав домой, ужаснулся. Сарай длиной 22 метра, большой сеновал, скотина и птица провалились в огромный овраг. Из крупного рогатого скота спасли одного бычка. Его вытащили с помощью крана. Вес животного 500 килограммов. Как и люди, он испытал стресс. Все время мучит. Когда под тобой земля уходит, как назвать можно? То есть катастрофа, значит. Начать стройку, да, например, да. И здесь стоящих никто не осилит это. Арсену Кинжикулову сложно строиться, как и его соседям, из-за дорогих строительных материалов. Еще и не молод, говорит. Да и сына нет рядом, признается пострадавший. Он на СВО. В СВО с первых дней. Они первыми зашли туда. Он служит в таких войсках, что и название говорить не могу я вам сказать такое. Секретные войска, так что. Имеет ордена, медали. Одним из первых на место происшествия прибыл глава псышского сельского поселения Мурат Табулов. Он сделал необходимые фотографии, оценил ситуацию. Люди в письменной форме изложили о своей беде. Сообщения переданы в район ОГОЧС республики, которые, в свою очередь, выехали на место оползня, чтобы оценить ситуацию. Это геологи, которые приехали. Также они провели обследование, осмотр участков со всех домовладений. И как отметили в администрации Абадинского района, необходимые меры для разрешения проблемы пострадавших уже предпринимаются. Альбина Ламкова-Либастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Абадинский район. Сегодня к нам в гости на телевидение пришел наш коллега, известный журналист Эдуард Петров. Об этом после прогноза погоды. Оставайтесь на канале «Россия-1». В Карачаево-Черкесии переменная облачность, местами кратковременный дождь, в отдельных районах сильный, с грозой, градом и шквалом до 25 метров в секунду. Ветер восточный 6-11. Температура ночью 15-20, в горах до плюс 15, днем 23-28 градусов тепла и местами до плюс 21. В Черкесске переменная облачность, кратковременный дождь и гроза. Ветер восточный 6-11, температура ночью 17-19, а днем 26-28 градусов тепла. Наш коллега, телевизионный журналист ВГТРК, руководитель программы расследования Эдуарда Петрова и дежурная часть Эдуард Петров, находится в Карачаево-Черкесии с семьей. Сегодня он встретился с главой республики Рашидом Тимрезовым. Эдуард Петров рассказал, что познакомился с историческими культурными достопримечательностями региона, посетил специальную астрофизическую обсерваторию. Он оценил темпы развития туристической сферы, а также работу коллектива ГТРК Карачаево-Черкесия. Рашид Тимрезов выразил благодарность Эдуарду Петрову и в его лице всей команде ВГТРК за многолетнее тесное сотрудничество с республикой, за объективное освещение событий. Затем Эдуард Петров с супругой Татьяной Петровой и детьми Никитой и Полиной пришли в гости на ГТРК Карачаево-Черкесия. Для руководителя известной правовой программы директор филиала ВГТРК Светлана Казеева провела экскурсию. Рассказала об истории создания ТВ, поделилась планами. Сегодня Эдуард Петров познакомился с коллегами лично, с кем заочно взаимодействуют в ходе встречи, определили направления по дальнейшему развитию творческого и профессионального потенциала коллектива. Интерес у Эдуарда и его супруги был неподдельный. В республике они впервые. Впечатления прекрасные. Подробнее о пребывании в Карачаево-Черкесии и не только Эдуард Петров рассказал в эксклюзивном интервью нашему телеканалу. Хочу сказать, что горы нас поразили абсолютно, КЧР на все 100%. Так что мы походили, погуляли, посмотрели, поняли, что здесь то место, где нужно отдыхать. Очень комфортно, удобно и приятно. Полное интервью с Эдуардом Петровым о том, насколько он оценил уровень гостеприимства региона и не только, сможете увидеть на телеканале «Россия-24» в понедельник в 17:30.
Десяткам молодых людей из самых разных регионов России выпал шанс проявить свои идеи, творческий потенциал и получить финансовую поддержку для их реализации в Карачаево-Черкесии. Сегодня завершил свою работу молодежный форум «Махар-2024». В течение недели участников ждала насыщенная программа. О впечатлениях форумчан Алихан Лепшоков. Самый высокогорный молодежный форум «Махар-2024» стал уникальной площадкой для креативной и талантливой молодежи с 21 региона России. Для молодых людей организована насыщенная образовательная программа с походами и с турами, где молодежь не только может насладиться красивой природой, но и защитить свои проекты для получения грантовой поддержки. Впервые в форуме «Махар» приняли участие студенты из Удмуртии, Башкирии, Белгородской области, Луганской Народной Республики. Житель Москвы Сергей Дё на форуме «Махар» впервые. Молодой человек с удовольствием делится впечатлениями. Честно, первый опыт на Кавказский город, да, в принципе, на таких форумах именно, где надо в палатках жить, в таких условиях, довольно-таки сложные, холодные. Холодный климат здесь, особенно ночью. Но мне здесь очень нравится, потому что это была моя мечта, можно сказать, потому что я с Дальнего Востока сам-то, и никогда не был здесь. Каждый день Всероссийский молодежный форум «Махар-2024» был наполнен интересными образовательными мероприятиями, горно-пешеходными прогулками по Махарскому ущелью. В этом году масштаб участников и спикеров увеличился в разы, отмечают организаторы. Традиционно у нас образовательная программа, которая состоит из трех основных блоков. Это креативные индустрии, студенческий молодежный туризм и социальное проектирование. И, конечно же, наш форум не мог обойтись без наших походов на нарзаны, на водопады. Состоялась спортивная программа, культурная программа. В течение недели в рамках программы форума «Махар-2024» прошел грантовый конкурс Росмолодежи. 6 участников из Карачаева-Черкесии стали победителями. Совсем скоро они приступят к реализации проектов. Я осуществил проект, который называется «Школа дебатов». В рамках этого проекта планируется проведение мероприятий, которые направлены на повышение социальной активности среди молодежи нашей республики. Я осталась под большим впечатлением, потому что я часто езжу на форумы, но такой сплоченности в организации я еще никогда не видела. Здесь очень классная команда, которая реально делает все для того, чтобы форум получился незабываемым. Форум «Махар» – это в первую очередь заряд для новых свершений и идей. Но самое главное, каждый унесет отсюда полезные знания и массу ярких воспоминаний. Алихан Лепшоков, Ренат Муков, Вести Карачаево-Черкесия, Махар. Если можно где-то спрятаться от невыносимой летней жары, то лучше сделать это в горах. На всесезонном курорте Архыз открыли экотропу «Пихтовая» протяженностью 5,5 километров. Маршрут пролегает через несколько природных ландшафтов – горно-лесного, высотного пояса, буково-березовые мелколесья, сосновые и пихтовые леса. Экотропа начинается на верхней станции канатной дороги «Северное сияние» на высоте 2350 метров над уровнем моря. Тропа промаркирована и полностью оборудована, так что смело можно отдохнуть от городской суеты и душой, и телом. Такими событиями был отмечен этот день в Карачаево-Черкесии. Прямо сейчас смотрите открытие музыкального конкурса «Новая волна 2024». Приятного просмотра и хороших выходных. До встречи!